И во второй день два сновидения. Ну и три мужских. Это и же три мужские, да. Это очень интересно, вот соревнования. Стой. Молодец, молодец. Ну, как бы немножко она передала адреналина побольше, но то, что было одно желание, одно задание у нее в головке, что надо сделать. И чуть-чуть переборщила, ее вытащила за линию ковра. Да, ее перебросила. Много действительно адреналина. Это лучше, чем не то делать. Знаешь, у меня вот такое впечатление, что девочки, москвички собрались, мобилизовались. И не только москвички, нет. Да нет, ну, как и ты... центральные тоже. Тамара. Я скажу, Афанасьева сегодня очень прилично сделала. Нет, Тамара, во-первых, сегодня отобраны. По три человека. По три человека. И на каждом снаряде те три, которые лучше могут сделать. Да. Поэтому, безусловно, картина чище, лучше. Это нормальное явление. Ну, вот только бревно только не справились с нервами. Да. Заводились. А у центрального, по-моему, двое даже завалились. Центральные все упали. Все упали? Да. Интересно, кто выиграл. Стой. Стой. Ну, это вообще... Вот это досадно, это что-то непонятно. Как-то на... Не справилась. Ну, сама с собой не справилась. Сама с собой не справилась. Да.